Всем привет, дорогие друзья, на связи Кастина Юрч, ребята, сегодня со мной играет мигающий Димка, и это GTA 5 онлайн с рубрикой «Спуск без тормозов». Здорово всем, пацаны. Ты чё там вообще, кислоты наелся, чё ты прям мигаешь, танцуешь? Не, я перекусил просто. Понимаю. Короче, ребят, здесь мы тестируем машины из реальной жизни, разгоняем их максимально, насколько вообще разгонится движок, отпускаем на стрелках газ и, в общем-то, тормозим движком для того, чтобы набрать как можно больше баллов, едя вот по этой прямой. Тут аж 400 в конце, ребята, но получилось их только одна машина среди всех пяти, а может быть даже и шести тысяч, которые есть у нас на проекте, поэтому каждая новая машина — это интересности. Что ж, это что такое вообще? Так, у меня стандартная, стандартная и старенький интересный Мерседес. Короче, ребят, прежде чем мы начнем, обязательно поставьте лайк, поддержите рубрику, я знаю, что многим сейчас эта рубрика прям очень хорошо заходит. Если ты здесь впервые, дружище, оформляй подписку, а также напомню, что у меня есть инста, недавно ее создал, а также второй канал по GTA, где выходят другие рубрики. Ссылки есть в описании. Кому интересно, ребят, просто подписывайтесь. Что ж, поехали попробуем. Давай. Я надеюсь, это будет очень хорошо быстро, потому что Мерседесик вроде как у меня реально неплохой. А у тебя прям черная лошадка. Такой машины еще не было, ребята. Но я тебя догоняю. 330. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. 350. Джух. Здравствуйте, старенький Мерседес. 550, братиш. Сходу. Обалдеть, это жестко. 560 сел. Что значит сел? Я не знаю. Я в старых Мерседесах не особо. Блин, понимаю. Мне, кстати, написали про BMW M5 RK, или как она там правильно была, что это типа какая-то редкая серия тоже. 30 у Дипки, ребята, а я до 100 доехал, до 105 доехал. Ну, слушай, при скорости 550 как бы ожидаешь от машины как минимум там 200, что-то типа того. А у меня 110 чистыми, но это очень хорошо, ребята. Бодрое начало, поэтому погнали, посмотрим, что будет впереди. Ребят, сразу сходу продолжаем. Следующий раунд. У меня три тачки, потому что я был дальше. У Димки только две. Ну и Феррари, кстати, возможно, если летающая будет очень хорошо. Но я не помню, чтобы она ездила Веном. Этот новый Хеннесси, вернее, а не Веном. И Корвет топовый. У тебя тоже хорошо. У меня тут все хорошо, ребята. Но Хеннесси не было. Хеннесси медленнее Корвета. Че брать? У меня и Феррари летающая. У меня все хорошо. Я, ребята, беру Хеннесси. Чисто я хочу на эту машину посмотреть. Ее никогда не было. Возможно, пойдет на превьюшку. Корвет точно пушка. Корвет там соточку брал. И у тебя хороший, кстати, такой этот внедорожник. Вот к Хеннесси вопросы. Ну да. Я очень сильно надеюсь, что это не будет моей ошибкой. Но вроде как... Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ёп, тыш. 670 на стрелках, ребята, я полетел. У тебя как дела? Ну, 340 всего лишь. Серьезно, кстати. А у тебя, может, не тот. У тебя же, типа, бронка или, типа, крузачок такой старый. Ах. 290. Братан, на 120 500. Ребята, это потенциально 400 сразу сходу. Хеннесси никогда не было. Напомню, что в прыжках, если не смотрели рубрики, ребята, прыжки в длину с огромного трамплина, посмотрите обязательно. Вот эта тачка мне попадалась, и она у меня забаговалась, летела как Бэтмобиль. Конечно, не с такой же скоростью, но летела она прям люто. Что ты понимал, у меня 235 баллов и еще 340 запас километров в час. Ёшки кот. 25 всего лишь я взял, слышь. Обалдеть. Нет, это тотал уничтожейшн просто. Чтоб ты понимал, наконец-то 300 сейчас баллов будет. И в запасе еще 240. То есть я 100 километров на 100 баллов разменял. Ой-ой-ой-ой-ой. Йо, понимаю. Прикинь, он вообще, он как бы едет медленно, такое ощущение, как будто он реально тормозит жестко. Он по накату прям прет, ребята, посмотрите. Я вообще не прогадал, потому что Корвет у нас был, и Корвет, блин, я не знаю, сколько он набрал, но в районе 100, там, может, 100 с копейками. Ема, это, наверное, пятая машина, ребята, вообще, которая заехала за 350. Обалдеть. Слушай, соточка еще. 365. Еще соточка в запасе. Я думаю, 375 сделает. Уже прям тяжело, но... Ема, она вообще скорость не теряет, ребята, но это шок. Тайм-кодики пишите в описании, чтобы 365, все посмотрели на эту тачку. Вообще? Вообще жесть. Он еще не останавливается. 380 взял по накату за 100 километров. Смотри, что делает. Понимаю. Уже движок, уже не работает, она все равно едет.
380 просто. Что ты творишь? Охренеть. Это максимальный, в общем-то, результат, который можно было увидеть, я считаю, из новых машин. Отлично, отлично. Да, ребята, два раунда и почти 500 очков. Это уже, мне кажется, очень сложно побить. Но, тем не менее, смотрим на крутой дроп. А у тебя бы было хорошо, но кривая, к сожалению. У меня, блин, такое себе. Так, опа-па-па-пап, тоже интересно. А у тебя, ну, думаю, гоночный болид ты все-таки возьмешь, да? Ты мой ПЖИВОС удалил, слышь? За что? Может, у меня там ностальгия. Поехали, поехали. У тебя гоночный болид L98T, вроде он называется, что типа того. У меня фордец, ребята, старый. Но охренеть, какой он дорогой в реальной жизни, на самом деле. Воу-воу-воу. Где я? Удержался! Это было опасно. Ёшкин, ты в чё врезался? Да, я прям видел, как ты улетел. Послушай, а у меня Форд прикольный внешне, а по разгону, ну, фуфлемицин, 380 всего, как бы это мало. А у тебя, наверное, вот эти маленькие выступы, ты в них, наверное, врезался. Врезался. Да? Да-да-да, наверное, так и есть. А 330 на стрелках, прям очень плохо. Но если машина не поедет, сейчас в любую рандомную тебе тогда заспауним. Но я еду прям вообще максимально плохо. И это, ребята, тридцаточка, что ли? Ну давай, сейчас тебе, короче, прыгну уже наверх. 30 баллов у меня, давайте переспавним машину Димки. Ну и давай первую попавшуюся сразу сходу на ней и поедем. Так, стандарт. А, что такое? И это... Ай, меня с собой не взял. Понеслась. Это Финик, насколько я понял, ребята. Да, это Инфинити. Ну, может быть, и удивит. Хотя у нас Фиников вроде прям офигенских нету. Исключение Q30, который летает. Но по максималке разгонит он вообще по потолку или нет, это большой-большой вопрос. А так, пока чилим чисто. 336. Да, я вижу твою скорость. Скорость, ребята, актуально показывается, когда ты едешь на соседнем сиденье, до 450 где-то, что ли. Потом уже, к сожалению, она багуется. Это очень плохо. На стрелках, ребята, 270. Болид был бы лучше, наверное. Ёшкин кот, вообще. Ну, вполне вероятно. Ну, у меня было 30, у тебя явно будет меньше. 25 в лучшем случае. И то нет. Да, и то нет, ребята. Финик, фуфлемицина, кусок такой себе. Что ж, ребята, на самом деле в этой рубрике очень прикольно, когда в первых раундах какая-то офигенская тачка падает и просто планку накала поднимает. Кстати, радуйся, потому что она уедет дальше, чем чит. Недавно чит попадался, и он на 45 въехал всего лишь. Там просто сыпуха шикарнейшая. Так, а у меня Прайд, но Прайд не поедет. Не буду на него смотреть особо. Тойота вот такая, 162 тоже что-то не нравится, поэтому погнали на вот такой вот бэхе, ребят. Даже бэха? Да, это бэха. Поехали. Регера. Ну, Регера обычная, кстати, да, тоже недалеко уезжала, но плюс-минус это все равно интересно. Хорошая машина. Но то, что чит не поехал, вот я тогда удивился очень сильно. Так. 320. Понимаю. Ну, плюс-минус одинаково едем. Не особо я бы сказал, что у меня лучше машина. Сплиттер, правда, меня пугает. Я боюсь зацепиться, как твоя гоночная тачка до этого. 340. 325 на стрелках. И у меня сразу прям движком стало тормозить. Но я еду получше, чем ты, буквально чуть-чуть. Но дальше не уеду, думаю. Эй, давай тридцаточку возьмем. И боевая ничья. Да, боевая ничья, 30 баллов. Я тебя просто так не отпущу, не сегодня. Следующий раунд и по три машины у нас. Это всегда вкусно, всегда интересно. Так, а вот такой вот автомобиль у тебя Римак. Римак максимальную скорость имеет плохую. Так, какой-то странный крузак, белый максимально. Так, у тебя Римак в итоге, а что еще было? Возьму Римак. Да, возьму Римак. Так, а дайте две тачки. Ламба какая-то и бэха какая-то. Что за бэха? Бэха М5-я. Не чит, но это бэха. Чтоб ты понимал, в высоту улетела 530, прикинь. Я знаю, да, я знаю ее. Она охренительная. Я возьму ее чисто по накату посмотреть, несмотря на то, что у меня была хорошая ламба 300 км под капотом. Чисто посмотреть хочу на нее. А Римак по факту очень быстрый, но у него ограничитель там в скорости прям такой. То есть он даже сам 180 разгонял, что ли. Воу-воу-воу! Ну, да. Мне реально интересно, что она сможет. Эта машина очень легкая, главное, чтобы она по накату ехала, ребятки. И она, кстати... Боже, 240! Максималка? Ёпта! Газуй! Красиво! 720, ребята, и поехали по прямой. Это прям неплохо исполнил. Ну, скорость набираю. Хорошая бэха, вообще шикарно. 190. 190 на стрелках?
Емаль, ты просто как будто остановился на 5 уже сразу. 543, пока, Римак. Но я от Римака другого не ожидал, ребят. Пока. У него реально максималки вообще нету. Жесть. Серьезно, 15, мне казалось, там вообще на 10 становишься. Да, да. Так, ну, кстати, бэха хорошая, но типа быстро все равно теряет скорость. Лампа плюс-минус была бы, я думаю, тоже на этом же уровне, потому что они тормозят двигателем быстро. Ты там поехал? Ну, типа 95, 100, ну где-то 110, думаю, будет. Все-таки наберет. Но тачка интересненькая прям максимально. Нормально. Куда ты полетел? Ты чего? Хорошо. А, не, 105, я чуть-чуть не угадал. Не угадал, либо Димка просто толстый и не дал доехать до конца. Сам ты толстый. Ребятки, напишите в комментариях, какие рубрики по GTA 5 вам больше всего нравятся. Прям интересно почитать, посмотреть, потому что на второй канал именно будут сниматься рубрики, которые здесь не выходят. Поэтому небольшой обзор, такой опрос, он, конечно же, поможет с выбором. Так, у тебя пикапчик, кстати, неплохой, который по накату ехал. И длинная, кстати, лонгованная бэха тоже хорошая. Так, 190 у меня я здесь. Возьму, пожалуй. Тут так, а тут так. Короче, по чисто определению просто максимальной скорости под капотом Феррари. Поехали. У тебя прикольная лонгованная бэха. Давай, погнали, она погнали. Уже попадалась, она и летает, ребята, и прыгает в высоту хорошо, и по накату тоже едет. Универсальная тачка максимально. Поэтому вопросов к ней нету. Так, Феррари. Феррари понеслась. Йоу, у меня, короче, спидок. Спидак, точнее, по третьему кругу крутится. Понимаю. Обычно такое на семерках бывает, когда у тебя просто западает сломанная стрелка. А так, ну, ты быстрее, да, ты явно быстрее. У меня тут на стрелках... 315. Но она по накату едет, она неплохая такая. Ну, такой среднячок, такой железный. А, слушай, я от Феррари больше бы ожидал, но, к сожалению, 25 и 30. Сегодня много бьет тачек в тридцаточку. Ну да, дальше я уже не уеду. Так, у тебя что там, 60, да, где-то уже, наверное, 50, нет? Да. 55? Да, да, ну, 60 65. Будет, думаю. Да, будет 60. Че, и 65 будет? Неплохо едешь. Да, и будет. Не мешай, как Ванек обычно делает. Слушай, а доедет? А не, не доедет. Доедет, прикинь, доедет, да, доедет. Но тут на самом деле удар не особо влияет, поэтому когда скорость маленькая. Слушай, ну я же говорил, хорошо доедет. 70 это прилично, ребят, для машинки среднячка. Что ж, ребята, 3 балла, вернее, 3 тачки для Димона. У меня только 2. Так, это что? Это стандартная херня. О, у тебя типа Бьюика, это возможно сильно. Так, Кёнигсек, мать его, он же шикарный. Это не тот! Приус. Это не тот. Ладно, ребят, поехали на Джеско. Это же не то абсолютно, что я хотел. То, что я хотел, у него там 300 под капотом. Он летает, едет по накату. А этот, наверное, фуфлемицин на кусок. Но, тем не менее, вот так вот салон выглядит. Максимально странный Кёнигсек. Ёй, что с ним, с моим Бьюиком? Чё с тобой? Даже какая-то жесть происходит. Бьюик может доехать. Бьюик плюс-минус машина интересная, ребята, на самом деле. Поэтому... Большие вопросы к накату только. Джеско не тот, ребята. Джеско один из самых хреновых, которые есть на проекте. Есть топовых 2, но этот, к сожалению, к ним не относится. На стрелках 300 и да, и скорость просто полетела. 400. Да ты еще даже до стрелок не доехал. 430. Ой-ой-ой. Я тебя не вижу до сих пор. Где-то... А, вот он. 430. Ну, в целом неплохо. 25 баллов у меня. Так-так. Поехали. Такси подобрал меня. Поехали. Так, что за Бьюик? Бьюик какой-то странный. GTX. Я такой не помню. Такого не было. Такого не было. И смотрю, что он, да, как-то быстро скорость скинул, да, все? Ну да, ну да. Как говорится, не может быть такого, чтобы среди своих не было какой-то падлы. 55, понимаю. Поехали дальше. Нормально, тачка охеренная. Я бы даже, ребята, сказал, засланный казачок. Блин, я только что куда-то в тачку какую-то левую вылетел. У тебя 3 тачки в любом случае. У тебя что-то интересное, как минимум второе. Первое такое себе. Бентайга тоже такое себе. Ролсик кусок. Поэтому нет, поэтому Камара. Если Камара, если повезет, поедет. Если не повезет, то такой фуфлемицин тоже очередной. Ну, давай попробуем. Давай, понеслась, ребята. Как говорится, весело хвуляя хвостом, да, вперед. Но Камара не тот, я думаю. Камара максимально что-то странно как-то выглядит. Ну, 350 разогнал, хотя это стандарт. 330. Я еще быстрее тебя. Ну да, видимо, чуть побыстрее буду. Ну,
типа прикольно, но радио есть, что там, навигатор, музыки какие-то. Все, отпускаем газ, понеслась по накату. Ну, скорость плюс-минус теряет не так быстро. 270. Так, а ты по накату, нет, тоже тормозишь, как и я. У меня опять 30 баллов, что ли? Что-то слишком сегодня много машин на 30 баллов приехало. 25 у меня. Ну да, ты чуточку не дотянул. А, ну, в целом, почему бы и нет? 25 тоже хорошо, все, что ниже, то уже такое. Не, ребят, реально, после таких машин, как Hennessy, вот этот Venom, блин, хочется что-то другое. Тут, конечно, такое. У тебя импалыч, типа, хороший. Так, это что, первая машина стандартная, вроде как? Так, потом стандартная, пока стандартная. Дайте, пожалуйста, две хороших машины. Это не хорошая машина, и это тоже не хорошая машина. Так. Ага. Понимаю. Понимаю. И понимаю. Ну, я бы взял первую. Да, я тоже думаю, что поживост я брать, скорее всего, не буду. Хотя он странный максимально. 150 здесь, 151 здесь. А давайте по приколу поживост. Просто я той тачке что-то не доверяю. Погнали. Погнали, посмотрим. Давай попробуем. Ну, импалыч, Палыч, он может дать жару, если это... Хотя это не импалыч вроде. Типа Крайслер какой-нибудь, наверное. Но суть дела не меняет. Так, а можно как-то вот так? Ёпта, а где приборка? У меня приборки нету в пыжике. 500, братка. Не, он хороший, он и по накату поедет. Но у меня поживосло тоже неплохой. 390 как бы почти выжил. Это в целом-то достойно. И... на стрелках я 330, конечно же, поехал. Но ты улетаешь, да, ты улетаешь. Думаю, что где-то 150-то возьмешь. Че вообще по скорости, по баллам в данный момент? Ну, типа, братка, 75-250. 75-250. Ну да, 150, наверное, потолком возьмешь. А 35 взял я, поживос стал лучше, чем большинство других машин. Это интересности. Так, а я за тобой прям очень долго лечу, хорошо ушушал. Вот он, Димка. Есть такое дело. Ну, уже тормозишь. Нет, 150, я думаю, не будет, конечно. Но, тем не менее, чё бы нет. Вот такая тачка, блин. Открой-ка этот фары. Это Меркурий. Не открывается, да? Такие квадраты просто максимально спрятаны. О, джик, красиво. Красиво. Так, 135. Я чуть-чуть не угадал. 140 по накату maybe будет, кстати. И, скорее всего, будет, действительно. Неплохо машинка едет. И... да, все колеса, ребята, пересекли линию. Нормально, 140 баллов. Хороший Меркурий. Ну и, ребята, финальный, заключительный раунд. Может быть, что-нибудь интересное мы увидим. У меня Volkswagen и Z4. Беру Z4, Volkswagen мне не интересен. Хотя он доехал неплохо, я помню тогда. Так, а у тебя тут что, лего-тачка не считается, ребята, такая? Опа, это вопросы. Опа. Ну, это, конечно, не мафия, но плюс-минус, типа, тоже такая раритетная, возможно, хорошая тачка. Так, это тоже считается. Типа Джуманджа-манджа. Так, и третья машина. Понятно. Какая-то бэха. Ну, возьму вот это. Поехали, поехали. Я с ветерком тоже прокачусь. Понимаешь, что это такое? А, это ГАЗ вроде или Волга, что-то такое. Вроде как. Не, братан, это мафия. Думаешь, это мафия? Мафия не была деревянной вроде как. Ну, может быть, я и путаю. У нас просто очень много похожих машин. А Z4 меня обманула. Пидманула ты меня. 360 всего. Полетел неплохо. Хорошо полетел реально. Что по скоростям? 500. На стрелках? 480 на стрелках. Ну, плюс-минус, да, по накату пошуршала тоже тачка. Так, ну, у меня, ребят, наверное, опять 30-очка, да? Ну, да, скорее всего, 30, в лучшем случае 35. 30 же будет? Я же тебе не ошибся? Давай. Ну, да, ребят, 30. Давай 30. 30. Нету 30, 25. А, на серединке остановился. Так, полетели, смотри. Но у тебя точно не мафия. Мафия, ну, другая была. Ну, на плохо. Ну-ка, под капот залезу. Нет, это не мафия. А, ну, в целом, ребят, баллы вы видите. Да, планку, ну, Hennessy задала. Да. Это в любом случае было очень жестко, это не бьется. Но это очень интересности, ребята, большие вызывает всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Пока, ребят.